дорогие друзья. Давненько я здесь не была. Как тарелка инопланетная. Это окна, за ними стоянка, крыша и парковка машин. Тоже можно заехать с обратной стороны, со стороны улицы, отсюда подняться при помощи лифта и съехать назад. Ну, а это детская площадка, там, где я оставила детишек, а сейчас пойдемте поснимаю, покажу вам, как она выглядит изнутри поближе. Почему-то здесь никого нет. Есть такая панель. Можно припечататься всем телом, а можно руками. Просто вот кто-то уже это делал. Вот. Отпечатки делать. Оп, Малика, давай. Делай отпечатки. Теперь всем телом. Давай. Оп. Ну-ка посмотрим, какая ты у нас. Все, отходи. Косички твои выйдут или нет? Давай посмотрим. Твой портрет. Опа! Да. Вот, вот, вот. А с другой стороны что? То же самое? Мама. О, Камил, привет. А здесь выпуклая, оказывается. Здесь наоборот. Ух ты! Оп! И туда вдавила. Это, Камила, ты вдавилась? Да. О, какой у тебя хороший портрет, Коди. О, вот оно как, оказывается, делается. Вот оно как делается. Класс. Релакс-терапия, ребята. Камила, молодец какая. Мама! Да. Это не яйца, Малика. Малик, пойдемте покатайтесь на чем-то. Стали наконец играть здесь детки и взрослые. Идем, Малика, идем. Малика, давай домик строй. Идемте, я другой аттракцион еще покажу. Какая классная дорожка. Thank you.
Давай, милая, лети. Камил, давай, лети, покажи, как ты умеешь. О, хорошо. Здесь малышки прыгают, и не боишься, что они головой во что-то могут удариться. Ну, конечно, вероятность ударов есть, но здесь вот штуки, они поролоном закрыты, и мягкие такие, это не железные. Хорошо, можно взрослым тоже походить, и деткам не страшно. И взрослым спокойно. Давай, вылази. Выбирайся. Тяжело, Камил? Тяжело. Попыталась. Колонны такие красивые, как охотные стойки. Вообще, конечно, берут деньги немалые, но если разобраться, здесь дети могут целый день находиться. Это во-первых. Во-вторых, чисто. В-третьих, есть девушки, которые смотрят за детишками. Могут в туалет отвезти, если это надо. Также пускают родителей, что немаловажно, к маленьким детям это необходимо. Они же не могут еще сами играть. Поэтому мне здесь
здесь очень нравится. И площадь достаточно. Друзья, вы посмотрели детский городок, детскую площадку. Теперь я пойду вниз и покажу вам, что у нас здесь в компасе есть внизу. Давайте спустимся на лифте. Кстати, такие тележки можно брать здесь на прокат.
приехали, но надо развернуться. Ну, а здесь у нас выставка народного творчества, ребят, оказывается. Это вы сами шьете? Да. Производство у вас? Это кожзан получается, да? Это кожа. А рюкзачки? Рюкзак не 50, 150 он. Просто это я для стойки. Да, да, я поняла. Тоже вы производите, да? Это не могу. Есть очень хороший. Да, хороший. И чтобы не потело. Нет, да. Влагу не впитывают. Да, я и говорю, чтобы не потели. Спина не будет потеть здесь. Классный номер. Здравствуйте, а скажите, это выставка каждый день или по выходным? Вот, по выходным, да? Спасибо. Ребят, приходите. По субботам, воскресеньям такие выставки народного творчества, мастеров наших, всех, у кого производство свое. Это экологически чистые изделия, штукатурки. Здесь сумка. Интересно. Архатлукум это, оказывается. Ой, прям зарябило. Отсюда буду показывать архатлукум. Финики, люксус. Шоколадную я не пробовала.
готовую я не пробовала. Говорят, она очень даже неплохая косметика. У меня подружка пользуется и рекомендует. Но я еще, честно говоря, не брала, потому что я беру, здравствуйте, масла специальные по уходу за кудряшками и специальные шампуни тоже для кудрявых волос. Вот здесь вижу, профессиональные тоже есть. Для окрашенных милированных волос. А я отмилировала волосы все. У меня еще целая куча. Дочка мне взяла, Наталья. А здесь большой ассортимент. Девушка, а гель под глаза есть у вас? Да? Какой, покажите. Ну, больше здесь сухой. Да. И на длительное время, насколько? На 2-3 месяца хватит? Да? А покажите флакончик какой. Он увлажняет или еще и питает? Увлажняет. А для питания тоже? Именно. Он закрыт. А, закрытый? Да. Это утром, да, значит? От отеков он или как? Припухлость, черные круги под глазами. Ну, давайте я возьму кликом только. Можно или как? Да, можно. Можно, да? Сейчас. Вот, дорогие друзья, я купила себе крем для век. Под глаза. Универсальный, белорусская косметика. Мне понравилась. Я посмотрела аннотацию. Мне девушка прочитала, потому что я без очков не вижу. Но она мне посоветовала, прочла. И, надеюсь, я не разочаруюсь в ней. Сказала, если понравится, то буду брать. Крем стоит 145 тысяч сумов. Ой, сейчас покажу вам, какой. А то скажете, что я вру еще и не покупаю. Ничего я не вру. Вот. Вот такой крем. Вот. Если кто пользовался, напишите свои отзывы. По аннотации очень прям хороший. Не знаю, как будет. Ой. Когда буду применять его. Ну, надеюсь, не разочаруюсь. Но это на наши деньги получается 145 тысяч. Где-то $13. Ну, достаточно дорого для Узбекистана. Но если смотреть, сравнивать с другими брендами, то это недорого. Сейчас гуляем по первому этажу все. Можете посмотреть и убедиться, что это первый этаж. Так как мы заходили, я вам показывала этот паровозик. Вот он как стоял, так и стоит. Я еще не видела, чтобы он... И не слышала, чтобы он ездил. Что-то здесь продают интересненькое.
это, наверное, табак. Да, вкус табака. Здесь идут скидки. Новые коллекции уже поступили к осени. Обновляется. Бикики магазин, мне он тоже нравится. Здесь скидки постоянно и такие неплохие вещи можно выбрать. В принципе, даже на вешалке иногда смотришь, ну вообще ни о чем вещь. А когда оденешь, опа, думаешь, вот классно сидит. Ой, какой нежный. Да. А почем? 250 тысяч. Блин, я уже купила парфюм. Сейчас к вам приду. Обязательно. Еще у нас есть арабский. Стойки, да? Да. Ой, первый раз такой арабский парфюм. Обычно они такие убийственные запахи. Ну да, разные есть. Это копия Victoria's Secret. Да, четко, вот прям один в один. Все, приду. Может быть, даже... На следующей неделе. Духов много не бывает. Конечно, вы правы. Спасибо. До свидания. 250 это где-то $240. Ой, 240. 24 доллара. А тут туго соображаю. Пока перевожу. Мне здесь пока ничего не надо. Брюки. Ой, это теплые брюки. Здесь теплые вещи уже выставлены. Даже $20 нет. Ну, шерстяной.
детский отдел. Ну, как-то так вот выглядит. Кики отдел. Это 179 тысяч, батюшка. Лен. Это тоже лен. Мне оно понравилось. Сейчас со скидкой, ну, можно сказать, без 100 рублей. 100 тысяч сумок. Ну, 10 долларов. Так неплохо смотрится. Как бы халатик. Сейчас покупать не буду, потому что одной куплю, второй не куплю. Будут слезы. Поэтому пойдем лучше мы с ними вместе как-нибудь. Именно за покупками. Пойду сейчас водичку куплю себе, хочу попить. Что радует, то что уже не так страшно относятся к камерам, к телефонам, к снимающим. Уже понимают, что это все-таки какая-то доля рекламы бесплатной. Люди тоже могут посмотреть, кому-то понравится, придут, купят. Если не купят, прогуляются просто, придут, покушают по-любому. Это магазин раньше был Макро, а сейчас... магазин, не знаю, как называется. Посмотрим, давайте, как он называется. Видите, как давно я не была? Даже не знаю, как сейчас называется этот магазин. My Club называется магазин. Я все думаю, что за магазин? My Club. Два процента скидки. Потому что все ходят наверху, ходят здесь, покупают мягкие игрушки, очень куча. Ну и давайте с вами поднимемся наверх. Такая лестница из стекла двойного.
так несложно налететь на стипендию, даже у кого болят ножки, коленки, я вас уверяю, вы летите комфортно. Ну что, друзья, я снова пришла на детскую площадку, где мои внучки играют. Поэтому буду с вами уже прощаться. Если вам понравилось это видео, буду очень рада. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Скоро у нас будет 5000. И я буду очень-очень рада. Я вам всем благодарна, кто меня поддерживает, кто донатит. Вот. Я стараюсь выполнять ваши просьбы по мере возможности. Но сейчас сразу говорю, пока не исполнится внукам 40 дней, просто у меня нет времени. Помогаю тоже, так как хочется и понянчиться тоже самой, и помочь, да больше понянчиться, скорее всего. Всего вам доброго, здоровья вашим семьям, любви, процветания и благосостояния. И пусть будет мир над вашими головами, где бы вы ни были, где бы вы ни жили. Это самое главное. Итак, конкурс с вами прощается. Вот такой вот конкурс. До новых видео. Пока-пока.